к месту сегодняшняя наша встреча. Я все собираю информацию. У меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Но ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем союзе, Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном и влияние афганского фактора на нашу Центральную Азию, на Россию, естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся. Ну и вы, как человек, абсолютно информированы, думаю, мне что-то расскажете и подскажете. Для нас это очень важно. Я уже заявил о том, что будем придерживаться абсолютной линии ОДКБ. Вам виднее вместе с Россией, что там происходит. Вы, откровенно будем говорить, более подвержены тем событиям, которые происходят вообще на Ближнем Востоке, там, в Центральной и Южной Азии, то, что касается и Афганистана. Афганистан. Ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это по Беларуси видим, как в центре Европы нам иногда непросто. Поэтому очень важно, что мы встречаемся.